Добрый день, друзья наши, наши подписчики, наши клиенты и конкуренты. Куда же без вас? С вами и Солнечная Алания, компания Arbat Homes, и я, Татьяна Пекер. Всем огромный привет, счастья вам, здоровья, любви и финансового благополучия. Нахожусь я сегодня в районе Кестель. Новый, очень перспективный, с новыми постройками район. Инфраструктура каждый день развивается и развивается, потому что численность проживающих также постоянно возрастает. Нахожусь я сейчас на центральной улице Кестель, и будем мы с вами сегодня смотреть очень интересный проект на самой-самой начальном, на самом-самом начальном этапе строительства. Комплекс премиум-класса будет состоять из трех блоков. Стройка начинается в январе 2021 года, вот уже буквально через полтора месяца, и заканчивается стройка у нас в июне 2023 года. Это значит, что возможна рассрочка. Для этого нужно будет написать по номеру телефона, чтобы узнать всю подробную информацию. А я уже в нашем ролике, соответственно, все вам выложу, все, что знаю об этом проекте. Стартовая цена на данный момент 67 тысяч евро, дорогие мои. И поехали уже с вами на стройку. Ребятушки, я на месте. Это самое начало Кестеля. До моря 700 метров. Давайте все подробненько вам расскажу об этом проекте. Территория комплекса будет составлять 6 тысяч квадратных метров. Стройка стартует в январе, вот уже через полтора месяца, в январе 2022 года. И комплекс будет сдан в эксплуатацию в июне 2023 года. Пятиэтажных блока будет на территории комплекса. Раз, два и три. Проектные фотографии, думаю, уже на экране. Поехали, можете подробненько посмотреть. Что касается инфраструктуры. Открытый плавательный бассейн, крытый зимний с подогревом бассейн, детская игровая площадка, тренажерный зал, сауна, хамам. Про видеонаблюдение, про генераторы, про ухоженную территорию, про управляющего я уже не говорю, это само собой разумеется, потому что сейчас я рассказываю вам о комплексе премиум-класса. Напоминаю, что мы находимся с вами в районе Кестель. И самое главное, что хотелось бы вам сказать про инфраструктуру, это крытая парковка под одним из блоков будет на территории комплекса, дорогие мои. По-моему, начался дождь. Что мы имеем из планировочек? 1 плюс 1, сразу по квадратуре озвучиваю, 45 квадратных метров. 2 плюс 1, 65 квадратных метров. 3 плюс 1 на верхних этажах с видом на море и на чудесные Таросские горы. Площадь таких квартир будет составлять 120 квадратных метров. Также дуплексы, садовые с выходом в сад и со своей территории, площади 115 квадратных метров. И, наконец-то, самые большие квартиры для больших семей, 4 плюс 1. На последних этажах и площадь 145 квадратных метров. Цена 67 тысяч евро стартовой на данный момент. И каждый этап строительства, это значит, что повышение цены. План оплаты стандартный, 30% первоначальный взнос и рассрочка до конца строительства, до июня 2023 года. Дорогие мои, мне очень нравится этот застройщик, и поделюсь с вами этой информацией. Это уже шестой проект, который они сдают в эксплуатацию. Так что по номеру на экране пишем, звоним, узнаем всю информацию, получаем прайсы, планировочки и бронируем себе квартиру, делаем шаг в новую жизнь, дорогие мои. Сегодня мы с вами смотрели, а вернее слушали информацию о строительстве нового премиум-класса в районе Кестель. Стартовая цена на данный момент, напоминаю, 67 тысяч евро и рассрочка до июня 2023 года. Экономим деньги, пишем по номеру телефона на экране, Viber, WhatsApp, Skype, все, все программы у нас установлены, и наши менеджеры отправят вам прайс-листы и планировочки интересующих вас квартир. Вы видите за мной вот эту красивую панораму? Да, вот эти величественные горы. Если вы рассматриваете квартиры на верхних этажах, то вот эта панорама будет всегда с вами. Дорогие мои, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была компания Arbat Homes из Солнечной Алании. Пока-пока.